Аюшки и друзья, с вами Стив Про, и сегодня я расскажу вам о некоторых новостях Майнкрафта в Oxidation 0.16.0. К сожалению, новостей будет мало, и в конце этого видео вы узнаете, почему их так мало. Ну, во-первых, опять же, Томас, друзья, сообщил о том, что вы можете обставлять новые настройки экрана, и выглядит довольно хорошо, и имеет другие варианты. И он задает нам вопрос, нравится ли вам? Друзья, ну, давайте теперь посмотрим сами же настройки. Наверное, всем не терпится посмотреть. Ну, вот они. Вот так у нас будет выглядеть довольно хорошо. И скажу, что смотрится и вправду, друзья, довольно красиво. И, наверное, это всем понравится. И все увидят, что у нас появилась новая шкала. Рендер дистанция 10 чанков. Это очень много. И, возможно, в нашем Pokédex будет то же самое. Я буду надеяться, что этот скачок будет не меняться, как изменялся раньше. Ну, давайте идти дальше. Это последняя новость будет, поэтому приготовьтесь, друзья. И это, конечно, Томас, он с грустными новостями. Извините, что нет скриншотов о Майнкрафте Pocket Edition, потому что я занят разработкой новыми разрубпаками. То есть он делает для них дополнение. Ну, вы сможете спросить у Джейсона Майера о океанах, друзья. И что же могу сказать на этой ноте? А можно сказать то, что, возможно, это намек на подводные храмы. Или, друзья, что-то в этом роде. То есть, стражи или подводные океаны. Ну, вы знаете, что Джейсон Майер, он очень редко пустит посты. И если он сейчас запустит пост, то он будет с каким-то скриншотом, в котором мы увидим нового моба. То есть, если долго от него нет скриншотов, значит, он что-то готовит очень, друзья, крупное. Я вас обещаю, что если он сейчас сделает пост, то будет что-то просто глобальное. От Шоги или, там, допустим, Даниэле. Я уже ничего подобного не жду. Друзья, кто же там еще забыл? Ушел. Ну, короче, Джеб ушел от них. Если вы будете ждать от него новостей, то можете даже не ждать, потому что он постит новости только о Майнкрафте ПК. Но если вы, конечно, ПКшник, то вы можете смотреть его новости, друзья. Ну, вот такие новости были сегодня. И, надеюсь, это не последние новости. И я могу сказать примерно, что где-то в сентябре-октябре будет релиз новой версии. Но, друзья, это только примерная дата. И об этой дате говорят все. Ну, вот на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.